канун Нового года игроки Саровского клуба «Что, где, когда» решили отойти от привычного спортивного формата интеллектуальной викторины. Завершала уходящий год так называемая элитарка, главным атрибутом которой стал волчок со стрелкой. И вот уже игра приобрела привычный телевизионный облик. Круто, волчок выбирает случайным образом вопросы и отвечает на них устно, так сказать, интерактив с ведущим появляется. 5 команд решили проверить свои способности разгадывать интеллектуальные загадки и ребусы. Кто-то уже давно играет в «Что, где, когда», другие делают только первые шаги на пути к главному призу. Студенческая команда «Сорфти» сформировалась год назад и взяла себе название с намеком на будущие победы «Алиф-0». Это понятие из дискретной математики, означающая мощность несчетного множества бесконечного. Типа мы мощные. Хотя команда молодая, но ребята уже выработали свой стиль игры. Обсуждение и поиск правильного ответа – один из главных этапов на пути к победе. И здесь важна любая мелочь и фраза, пусть даже случайно сказанная. Мы просто пытаемся говорить все гипотезы, которые приходят на ум, потому что даже самая глупая гипотеза может натолкнуть на умную мысль. На обсуждение дается 1 минута. Выслушав вопрос, участники склоняются над столом, чтобы в потоке мыслей и идей найти правильный ответ. Правильную идею всегда слышно, на самом деле. Прям чувствуется, восстанавливается логика вопроса, понимая, что это именно тот ответ, который ты должен написать на бумажке. Команды по очереди выходили к центральному столу и крутили волчок. Всего в предпраздничной игре участникам пришлось ответить на 30 вопросов. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.